Безопасность пассажиров – одна из центральных тем второго дня Международного сибирского транспортного форума. Это крупнейшее мероприятие транспортной отрасли в восточной части России. Участники деловой программы и выставки из всех регионов, а также стран ближнего зарубежья и Европы. Вопросы безопасности на транспорте так или иначе у всех одни. Сейчас в Госдуме рассматривают поправки в закон о транспортной безопасности. Из новшеств – специальный паспорт на каждую единицу пассажирского транспорта. Установить для транспортных средств необходимость разработки паспортов обеспечения транспортной безопасности, которые будут утверждаться субъектами транспортной инфраструктуры. Данный подход формирует иной уровень взаимодействия между владельцами транспортных средств и федеральными органами исполнительной власти и даст большую самостоятельность перевозчикам при планировании и реализации организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности. При практической реализации данный подход сокращает расходы субъекта транспортной инфраструктуры на оплату услуг специализированных и иных организаций.